Ну что, начинаем знакомить нашего Гамлета со всеми. Видали, какая разница? Ну, он просто маленький. Ему 2,5 месяца. И он настоящий тоечка. А наши девчонки мелкая миниатюра. 28 и 29 сантиметров в холке. Да. А Джина у нас стойка, да? Эй, Шагуня тоже. Да, моя девочка. Вот такое вот знакомство. Жаночка. Не со всеми, но... Эй, капусту нашел. Ой-ой-ой, ну гуляй, гуляй. Гуляй. Это наши шаганые. Гамлет, ты Гамлет. Пойдем, пойдем. Феодосия на бутузик. Так, ну что, ребята, всем добрый-добрый вечер. Коротенькое видео. Где мой Гамлет? Я его потеряла. Вот он, вот он, вот он, не теряйся. Джина нравится, мальчик? Джи. Значит, у нас сегодня много новостей. Вчера от нас уехали 3 щеночка. Они находятся в дороге. Это Бахрамчик, это малышка Волна и Самсон. Как только они доберутся, мы обязательно... Владельцы поделятся со мной, и я поделюсь с вами. Вот такая у нас выросла красивая баночка по ноге. Мажорик нюхает. А также у нас еще огромные новости в нашем питомнике. Ой, ну даже не знаю. Наверное, я вам о них завтра расскажу. Поддержим интригу. Но покажу, посмотрите, что наделали собаки. Во-первых, Айва, смотрите, как выленила после родов, длинношерстная наша. Вот это вот они перевернули горшок и, в общем, высыпали всю землю. Сейчас будем пересаживать. Так, Филя просится домой, папа его забирает. Да, не хочет, когда шумная компания, гулять. Да, вот такой вот у нас Гамлет в нашей... Тай, но он сейчас тоже пойдет домой, потому что с более старшими они его тут затопчут пока что, да? В общем, у нас еще обалденные новости. Некоторые щеночки нашли новые дома. А кто это, вы узнаете завтра в наших видео на прогулочке. А сегодня у нас знакомство. Гамлет писает, мой сладкий. С некоторыми членами нашей стаи, с девчоночками. Ну, остальных он знает. Фанта, красавица стала, в зубках носит морковку. Фантазия, покажи. Фантазия. Ой, красотка. Ой, толстуха стала. Да. Маруся, ты... Ой, ну познакомься, познакомься с Джиной. С Ламборджиной. Рошелечка с нами гуляет. Все, всем пока и до новых видео, до новых встреч.